Внимание, внимание! Эльхар и Литман пропали с места съемок. По информации многих свидетелей, они тайно бесшумно уехали в Монако. Ведется проверка места пропажи. Но на какой срок именно они пропадут? У меня есть время, хей, но я не хочу. У меня есть деньги, хей, но я не хочу. У меня есть яхта, хей, но я не хочу. Я могу уехать из Монако, но я не хочу. Море, шум и ветра, там покоряю океан. Все девчонки для меня будут слушать лишь меня. У тебя есть не вопрос, скорей задницу пулев. А не то получишь пулю от Хитмана, я серьез. Денег с ламбой в гараже, девки стилят Гуччи юбки, все возле гаража. И у них всех болит душа, еще в старый дом пришла. Там меня и не нашла. А я был в Монако с другом, бабок с ним сейчас дофига. У меня есть время, хей, но я не хочу. У меня есть деньги, хей, но я не хочу. У меня есть яхта, хей, но я не хочу. Я могу уехать из Монако, но я не хочу. У меня есть время, хей, но я не хочу. У меня есть деньги, хей, но я не хочу. У меня есть яхта, хей, но я не хочу. Я могу уехать из Монако, но я не хочу. Все россияне просят Алихара и Хитмана вернуться обратно и снимать их крутые и популярные клипы на YouTube. Но в ответ они говорят: у меня есть время, хей, но я не хочу. У меня есть деньги, хей, но я не хочу. У меня есть яхта, хей, но я не хочу. Я могу уехать из Монако, но я не хочу. У меня есть время, хей, но я не хочу. У меня есть деньги, хей, но я не хочу. У меня есть яхта, хей, но я не хочу. Я могу уехать из Монако, но я не хочу. Вся Россия в напряжении. Толпы людей стоят около взлетной площадки. Вот-вот и самолеты выйдут наш любимый Алихар Хитман. Но что же будет дальше, пока никому не известно. У меня есть время, хей, но я не хочу. У меня есть деньги, хей, но я не хочу. У меня есть яхта, хей, но я не хочу. Я могу уехать из Монако, но я не хочу. Воу.